Дочерние компании «Сокар» в Турции, «Петким», «Стар Нес» и «Акар Якыт Теполама» получили сертификаты о нулевых отходах. Предприятия выполняют все требования, изложенные в законодательстве, и достигли возврата отходов производства после переработки. Этому способствовало создание системы совместного укрепления управления отходами для производственных подразделений. «Сокар Тюрки» является крупнейшим иностранным инвестором в братской стране. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы планируют в следующем году подать заявку на получение серебряного, золотого и платинового сертификатов нулевых отходов. Отметим, проект Zero Waste, реализованный в 2017 году под эгидой супруги президента Раджапа Тайипа Эрдогана Эмины Эрдоган, направлен на борьбу с отходами в рамках принципов устойчивого развития. Целью проекта Zero Waste, запущенного на трех наших предприятиях, является эффективное использование ресурсов, а также возвращение отходов в экономику. В связи с этим обновлены системы управления и оборудование для сбора отходов на всех наших производственных участках. В результате проделанной работы мы увеличили объем рециклинга на производственных объектах нефтепереработки и нефтехимии «Сокар Тюрки» до 32%. Сертификат Zero Waste будет стимулом в нашей дальнейшей деятельности.